Друзья, приветствуем вас в парке «Ствол», в уникальном парке настоящего мужского отдыха. Главное правило парка – ни в коем случае не снимать маску во время игрового процесса. Неважно, что-то в нее попало, либо она запотела, не пытайтесь устранить эту проблему сами. Поднимите руку, позовите инструктора, и инструктор вас выведет в безопасность. Из чего состоит маркер? Фидер, сам ствол и баллон. Вам нужно обращать внимание на давление в баллоне. Оно должно составлять не меньше 1 единицы. В маркере есть предохранитель. Если вы видите красный ободок, ствол взведен и готов стрелять. Нажимаете на него, ствол на предохранителе. При завершении игры обязательно ставьте маркер на предохранитель. Почему маркер может не стрелять, либо стрелять как автомат? Первое, попробуйте передернуть затвор. Второе, проверьте давление. И третье, просто попробуйте его встряхнуть. Шарики могли застрять в фидере. Мы будем сегодня играть шариками 68 калибра. Шарик состоит из краски желатина. Если шарик упал на пол, ни в коем случае его не поднимайте и обратно не пробуйте засунуть в ствол, так как шарик гидроскопичен и в течение нескольких секунд набирает в себя влагу, разбухает, ствол забивается и ствол дальше стрелять не будет. Чтобы досадно не потерять шарики во время передвижения, закрывайте фидер до щелчка. Либо для безопасности можете надеть на него сверху перчатку. Общее правило игроков в парке. Первое. Не прыгайте со вторых этажей. Не расстреливать игроков ближе 3 метров, так как это очень болезненно. Проще подойти и сказать «убит», либо похлопать по плечу сзади. Нельзя стрелять вне игровой зоны. Вы вышли за предел карты, ставим ствол на предохранитель, опускаем его вниз. Если вам нужно заправить воздух, подаем его баллоном вперед инструктору. К игре допускаются только трезвые игроки, так как маска потеет гораздо сильнее, когда человек выпил. Друзья, мы заботимся о безопасности наших гостей. В нашем парке имеются бронежилеты, специальные защитные перчатки. И для настоящих мужиков есть бандаж. Для тактического преимущества в бою в нашем парке имеется удлиненный ствол, плюс 35% к попаданию. Также дымовые завесы и наступательные гранаты. Для лучшего обзора в бою в парке имеются термальные маски. Они в несколько раз меньше запотевают, чем обычные. Чтобы чувствовать себя максимально в безопасности, есть маски с полной защитой головы. Для активного отдыха в мужском парке «Ствол» имеется пейнтбол, лазертаг, фаертаг, страйкбол, прокат квадроциклов, экстрим-парк. Если после игры вы хотите отдохнуть, есть беседки, русская баня на дровах, купель и гостевой дом. Удачи в бою!